Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV, и сегодня в этом ролике вы увидите продолжение рубрики Handcam VMM. Хочу сразу сказать, что эту катку я записывал еще около недели назад, и это один из неудавшихся дублей, вернее, это будет склейка из двух неудачных дублей, где сами каточки мы, к сожалению, проиграли, но, тем не менее, они получились достаточно интересными, на мой взгляд. Я бы хотел записать для вас новый, свежий хэндкам, но, к сожалению, в связи с тем, что я сейчас активно апаю спецам, я не могу себе позволить тратить катки на попытки записи хэндкама, каких-нибудь челленджей, где я играю с настройками про игроков и тому подобное. Поэтому, к сожалению, в ближайшее время, пока я занят активно поднятием ранга, разнообразие на канале немножечко поубавится. Но при этом у меня уже отснято дофига роликов с открытием. Также наперед еще отснято несколько роликов по рубрикам. Так что я надеюсь, что я скоро апну спеца и, собственно, одной проблемой станет меньше. Ну и ролики, потому как я поднимаю ранг, также совсем скоро будут выходить. Не забывайте поставить свой лайк, подписаться на мой канал, если видеоролик вам понравится. Ну а мы начинаем, собственно. Последний ролик был где-то неделю назад, и он вам очень сильно понравился, поэтому рубрика, собственно, продолжается, и если вы продолжите также ее активно поддерживать, то она будет выходить на канале, естественно, чаще. Собственно, каточка уже начинается, я играю, ну, вечером на европейском сервере, да, на европейском сервере, потому что на ру-сервере не могло найти игру. Ну и, собственно, мы загрузились на карте Legacy. Будем пробовать тащить, надеюсь, у нас это без проблем получится. Так, закупаем броньку и погнали. Попробуем запушить мид. Понимаю. У меня, кстати, сегодня первая игра за... вообще за сутки, поэтому... И, в принципе, за вчера я тоже сыграл только одну катку, поэтому извиняюсь за плохую игру. Нужно немножко приноровиться, тем более планшет стоит очень далеко от меня. К счастью, моя команда все растащила, в принципе, без меня. Я один слился. Неудивительно. Ну и по рангам мы залетели на мастерах. В принципе, ничего сильно жесткого, но и не прям лоу-ранги. Поэтому надеюсь, что карточка получится интересной и она вам понравится. Также не забывайте поддерживать эту рубрику своим лайком, подписываться на канал, если вы хотите больше ее, и я действительно буду делать такие ролики чаще. Просто сами понимаете, записывать их достаточно непросто, потому что собрать эту установку, благодаря которой я, собственно, устанавливаю свой iPhone для записи, достаточно непросто. Ну, сейчас я посмотрю, и вроде как все настроено достаточно хорошо. Я очень на это надеюсь. Собственно, продвигаемся дальше. Пробуем запушить. Найс. Первый фраг легкий. Второй фраг тоже получился. Калаш дадут забрать? Вроде дадут. Нормально. Грамотно отходим. Грамотно отходим и подходим еще ближе. Понимаю. А нет, реально отойдем, потому что я лоу. Нет смысла тут стоять. Наверное, просто посидим, покемпим, как-то примерно вот так. Я думаю, будет нормально. Как я понимаю, у них, в принципе, был закуп. Потому что вектор, калаш, то есть... это либо полуфорс, либо закуп. Поэтому, если мы сейчас забираем, мы, скорее всего, это забираем. Потому что ситуация 5 в 2, бомба у нас, и челики сейвятся на базе. Это прям очень хорошо. Я просто посижу. Хотя я и не люблю это делать, но сливаться мне тоже не хочется. Тем более я до сих пор не могу до конца приноровиться к тому, что пад стоит далеко от меня. Пойдем опять же, я пойду на свой любимый мид. Я люблю его тут пушить за КТ. Ваю пушин. Гамус. Гамус. Ну люблю я пушить, отстаньте от меня. Тем более, кстати, в большинстве случаев мои поджимы, они все-таки увенчаются успехом. Поэтому, в
принципе, я ничего плохого в этом не вижу. А бомба... Понятно, инфа по бомбе есть. Ну что плохого, что я подкушал? Бомба у меня, я контролю мид. Что плохого? Я ничего плохого не вижу. Так, собственно, просто сидим, ждем. Я надеюсь, что меня никто сзади не обойдет. Они же контролят, я надеюсь. Инфа у челиков работает как надо. Я даже позицию не поменял. Ой. А вот сейчас надо поменять позицию. Понимаю. Спасибо. Какие-то очень легчайшие минус 3, вообще пассивные. Я просто сижу. Я просто тупо сижу в двух позициях и все. Хиби. А вы хотите сказать, что я один остался? Ну блин, ну я ж солью, а. Откуда он пойдет? КТ. Плейтайм. Я сольюсь, и на меня будут агриться. Нет, я не солью. И на меня не будут агриться. Я немножко запаниковал, потому что у меня плат очень далеко стоит. Мне реально неудобно играть. А я что-то не понимаю. А почему чат не вижу? Что за багуля? Я чат не отключал. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что так жестко меня нашивать-то, а? Давай, челик. Первый. Второй. Ну, блин, третьего мог. Ну, 9 на 3, кстати, моя пока статистика неплохо. Чё чел у нас делать, я вообще не понимаю. Он АФК или не АФК, что он вообще делает? Ну, правильно, в принципе, пишут, если, типа, не может играть, нафига идти ранг. В принципе, тем более сейчас время-то вечернее. Вообще не понимаю логику челика. Понимаем. Ну, блин, давайте мы это не сольем. Потому что я реально перезаписывать не хочу. Ну, что плохого в моем подпуше? Ну, подпушил. Лол. А можно вопрос, как это произошло? У меня вопрос, а как это вообще произошло? Можно? Блин, я его не увидел. Я дурак. Ну сейчас я дурак, я его не увидел. Ой. Я не пойду. Найс. Пробуем подпушить. Калашик забираем. Так, а вот где челик у них? Нафига мы тут оба стоим, у меня вопрос. Я ум доберу и до свидания. Найс. Хотя элемент везения тоже был. Так. Сейчас поаккуратней. Сильно не пушим. Пикайте. Еще пикай. Ну вот так, правильно. Пускай сами пикают. Понял. Это была ошибка идти в смог. Но я не знаю зачем. Ну не слейте только, пожалуйста, а.
Я просто решил героически запушить смог, не знаю зачем. Все, найс. Найс, неплохо. Отхожу, я под инфой. Хочу видео, все хотят видео. Катку вытащим и будет видео. Пожалуйста, давайте вытащим. Я закончу этот ролик. Пойду спать. Всем хорошо. Слушай, это насколько у них должна быть плохая защита? Найс. Найс. Ну тут мы прям как-то вообще в наглую запушили, если честно. Прям в наглую. Найс. Не знаю, кстати, зачем я взял авик. Но посмотрим. Прикольные типы. Кстати, если челик затащит, будет прям красивый клатч.